Всем привет, с вами Тимоха, и Roblox не перестает удивлять. Ивенты за ивентами, бесплатные вещи за бесплатными вещами. Я уже устал снимать видео, но ладно, для вас я на все готов. Сегодня в этом видео я покажу вам, как получить вот такую вот ледяную бошку из ивента Rolliday и три вот такие бесплатные вещи из ивента Vans. Погнали скорее получать все эти вещи. Давайте начнем с ивента Rolliday. Если вы не знали, то Rolliday — это такой плейс, который Roblox выпускает постоянно, обновляет его на Новый год. То есть у нас был он в 2020 году, был в предыдущих, по-моему, годах еще. И вот сейчас они наконец-то решили в этом ивенте добавлять вещи. То есть мы сможем за определенные действия получать шмотки. Ну вот сейчас, если мы зайдем в этот плейс, ссылка на который опять-таки будет в описании и название вы сейчас видите на экране. Если мы просто сейчас зайдем в этот плейс, то мы сразу получаем эту мозговитую ледяную башку в свой Roblox инвентарь. Вот так вот, к сожалению, пока что скучненько. Говорю пока что, потому что в этом ивенте мы сможем получить, по крайней мере, еще одну бесплатную вещь. И вот ее, мне кажется, уже можно будет получить не так скучно и более весело, я бы хотел сказать. Потому что в описании в Твиттере говорится, что нам надо будет победить какого-то там босса, что-то еще сделать. Короче, нас ожидает что-то интересное. Буквально через 6 часов после того, как я выпущу это видео, может даже меньше, выпустится продолжение у этого ивента. Если мы по этому плейсу немного погуляем, то мы наткнемся, во-первых, на красивую карту, которая мне реально очень нравится, как она сделана. Очень все красиво, респект разработчикам. То мы наткнемся на вот такой вот непонятный вентиль, куда-то мы сможем попасть. И сверху написан таймер, через сколько этот вентиль сможет открыться. На момент записи у этого вентиля 7 часов, примерно так. То есть через 4 часа, как я выпущу этот видос, через 4 часа выйдет следующий видос, в котором я покажу вам, как получить вот такой вот пояс. Я думаю, что это будет именно так. Поэтому обязательно подписывайтесь и ставьте лайки, колокольчики, там делайте все такое нужное. Следующий плейс, в котором у нас опять же новогодний ивент, это Vans World. Vans World не перестает удивлять. Они там уже сколько раз этих бесплатных вещей раздали. И вот сейчас мы сможем получить бесплатные вещи, но не просто подойдя там к чему-то и нажав на какую-то кнопочку и все. Но теперь здесь есть хоть какой-то челлендж и хоть какой-то элемент геймплея. Итак, заходим в этот плейс, ссылка на который будет опять же в описании и название вы видите на экране. И теперь мы замечаем то, что карта у нас изменилась, она теперь стала более такая рождественская, новогодняя. И над картой по кругу летают сани с Сантой, ну или Деда Мороза, как вам угодно. И короче, раз примерно в 4 минуты с этих саней будет сбрасываться новогодний подарок, рождественский. И нам надо этот подарочек подобрать, вот как вы видите сейчас на экране, подарочек выпал, и я по глупости побежал почему-то наверх здания. Но, короче, как я понял, подарки всегда падают с саней именно на землю. То есть на здание они не могут упасть. Поэтому, если вы увидели, что подарочек падает, вы быстренько к нему подбегаете, нажимаете на него Е, и все. Вот мы получили за первый подарочек вот такой вот рождественский колпак. Чтобы получить остальные две вещи, мы делаем то же самое. Просто ждем, когда с саней дропнется подарочек. Опа, подарок упал, так быстренько к нему. И за второй подарок мы получаем вот такую розовую сумку. Что я довольно, блин, мужицкий цвет розовый, я считаю, вполне себе нормальный. Снова прошло какое-то количество времени. Тут, как я понял, время рандомное. Оно либо от 4 минут до, я не знаю, до 7. Короче, просто стойте, ждите, когда дропнется подарок. И, кстати, когда подарок падает на землю, то спустя некоторое время, если у вас возникли трудности с поиском этого подарка, он начинает испускать в небо луч света, чтобы вам было проще его найти. И за последний, третий подарочек мы получаем вот такую вот серую шляпу. Ну вот такие какие-то у нас получились рождественские-новогодние ивенты. Пишите, что из этого понравилось вам больше. Лично мне понравился больше Rolliday, потому что он как-то более... Ну это, во-первых, от Roblox именно ивент сделанный. То есть не какими-то там вансом спонсированный, реклама, все такое. Ну и к тому же вещи от самого Roblox, не вот эти вот вансовские вещи, мне они не очень нравятся. Они выглядят как-то... Не роблоксовски все это выглядит. Это выглядит как-то отстраненно максимально. А вот эта вот ледяная башка вполне себе вписывается в мир Роблокса. Пишите, что вы думаете на этот счет в комментариях. Будет интересно почитать. Ну а если здесь впервые, то не забываем подписываться на канал, ставить лайки за друзей и, конечно, нажимать на колокольчик. С вами был Тимоха, до скорой встречи. Всем пока-пока. Удачи. И, конечно же, хочу поблагодарить тех людей, которые донатили мне на стримах. Спасибо вам огромное, ребята.